Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю пещер и демонов, с вами Сейнт, мы продолжаем играть в Самурай Джека, остановились на том, что встретили какого-то местного демонга, местный дерьмодемон, который будет сейчас получать люлей только так. А ну подошел отсюда. Уничтожить его, уничтожить самурая, я заберу твою сущность. Слышь? Так. Они когда умирают, появляется какая-то хреновина черная, которая, судя по всему, дамажит. Оу-оу-оу, ты демонга, блядь. Спокойно. Хо! Слышь? Тварюга. Думаешь, что сможешь меня победить? А, собака. Блин, он дамажит сквозь блок, это нечестно. Слышь ты, ху. Ху. Хорошо. Будь по-твоему. Использование. Сейчас я тебе люлей понадаю, тварь. Так, а что вот это? А, нет, 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 не держи меня, встань! На, на, тварюга! Мечом по лицу тебе. Хорош! Больно, тварь? Слышь, демонга. Так, эту штуку нужно бить. На. Хе-хе-хе-хе. По лицу не хочешь? Да, больно, больно, да? Больно? Ты чё ржёшь, красная машина смерти? Думаешь, я тебя не одолею? Ага. Ты думаешь, что победил, но я никогда не сдамся. Твареныш мелкий. Тоже мне. Как крыса просто. Слился на последних... На последнем издыхании. А я мог его добить, если бы он не слился. Вот крысюк. Вы разные там? Или... Вот одна и вон вторая. Дочери шотландца. Здорово, подруга. Говори, да, вы разные. Ты можешь быть очень силен и могуч, но если упадешь с большой высоты, то все равно разобьешься. Спасибо, я буду осторожен. Вот, возьми. Разрывная стрела, одна штука. А, кстати, нормально, спасибо, спасибо. Так. И что? Это большая высота? Это не очень большая высота, это жопа! Товарищи! Умираем! Окружили демоны. Ха! Последний, да? Умер.
А вначале я даже подумал, что это будет сложно. Фух. Оказалось, не так все сложно, как казалось. Так, тут ничего залутать нельзя даже. Даже ничего залутать нельзя. Хотя бы хилочка есть. Это что за колье смерти? Пострелять в них, что ли? Чего? Ладно. Я понял. Быстро пробежать надо, быстро. Прошу тебя. Ну погнали. И куда вниз? Голос приглашает вас пройти в земные глубины. Ну что ж, давай. Голос. А тут у нас что такое? Тут у нас награда, которую нельзя пропускать. Нужно подбирать все, лутать все, что дают. Дают — бери. Бьют — бей в ответ. Окей. О, тварюги. Блин, они дамажат даже. Даже неплохо, хочу я вам сказать. Так. Хорошо. Секунду. Слушай. Все, вот так успокоилось. А, ну конечно. Так, смотрим. Как тут идет цикл. Это мое? Хорош. Спасибо. Ну погнали. Тварь мелкая. Ага, ага, позамахивайся тут. Позамахивайся тут, жучара проклятая. Я сейчас диклофос. Диклофос возьму. И жопа тебе будет. Тварь. Разрублен. Мертв. Ах. Так, окей. Да блин. Хорошо. Жив, хитер и незаметен. Лежать! Хорошо. Окей, куда это вы нас приглашаете, товарищ голос? Ой, опять этот с музыкой, опять этот с музыкой. Секунду, 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 секунду. Просто, просто, просто заглушаю как могу. Вот так, все. А, это музыка авторская. Эта музыка просто... Она, конечно, классная, все дела, но YouTube меня... заколебет потом. Ты чего, Джек? Сам же знаешь, тебе без моих фишек никак. Да я знаю, блин, знаю, конечно. Фишки у тебя хорошие, горячая вода, хаггис. Давай куплю один хаггис. Есть. Так. Нагината. Копье с длинным и сильным клинком. Клинком весьма сбалансированное оружие, позволяет быстро сократить дистанцию до вооруженных огнестрельным оружием врагов. Давай куплю одну. Хорошо, дальше что у тебя есть? Тренировки. Подчинить.
Не надо ничего чинить. Починить. А, пронзающая стрела у меня есть. И разрывная стрелочка, это пронзающая. Прочность оружия максимальная. Окей. Пистолетов нет, да, это грустно. Все, поехали. Зелье силы. Волшебное зелье, которое на короткое время увеличивает наносимый урон. Давай лучше защиты возьму. Давай это и то все-таки. Все, погнал я. Спасибо, спасибо, самурай. Что это за зубья? Оно открылись. Открылись. Ха! Ёпушки, это что такое? А как? Хочу я спросить. Вот так? Это, конечно, очень весело. Они еще и падают. Какие-то падают, какие-то нет. Окей. Блин! Нормально я хелов потерял. А ну! Лишний. Чё, боитесь теперь, твари, меня, да? Не бояться. Не бояться меня, твари. Хаггис, использовать. Аккуратно. Фух. 5 стрел. Блин, а там выше была эта самая. Наградка там была, я ее потерял. Мы не можем, как истинный самурай, там по стенам наверх как-то, нет? Блин. Ладно. Че уж поделать. Идем как есть. Здорово, подруга. Рассказывай, показывай. Вот что ты должен. Сразить буйный молот стрелой. Что это значит? Это старая шотландская поговорка. Сразить буйный молот стрелой? Это подсказка? Хаггис, спасибо. Давай, давай. Ну тогда до свидания, еще увидимся. Увидимся. Чей тут молот свергать надо стрелой? Я понял. Очень-очень понял, очень нехорошо все. Ага, они обратно откатываются. Открываем. Горячая вода пригодится. Найс. Да что за красные... А, это я думал, их подбирать можно. А-а-а, меня отвозят уже! Блин, я вторую штуку не взял. Ха-ха. Хорошо, она обратно приплывет? Да. Золото, 2000. Гуд, еще какой гуд. Нельзя золото так раскидывать направо и налево, знаете ли. Слушайте, а тут лава же не до конца доходит. Вон там черное что-то. Вот это тоже вода какая-то или это земля? Черная лава какая-то. Ну, может так по краешку пробежать просто. Это чит был бы. О, хорош, да. Есть. Есть такое. Подожгли немного жопу. Хорош. Ну, теперь катимся. Ага, мы выбираем направление качения, я понял. Катимся вперед. Все, тут главный босс, главная тварь.
Покажитесь! 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 Ой-ой-ой, вот и показалось. Ты кто такое? Ваше Высочество, однажды я уже спас вас от проклятия Аку. Я больше не позволю ему мучить вас. Пожалуйста, подойди поближе. Ты хороший или плохой, скажи мне сразу. Лавовый гигант. И умри! Понятно. Вот и босс. Вот и босс. Воу-воу-воу-воу-воу! Дружище, давай, знаешь, как сразу попробуем мы с тобой. Значит, смотри, пронзающая стрела, чтобы это не было. У нее атака лучше. И разрывная стрела. Вау! Ты чё делаешь? Ты чё делаешь, тварь? А как тебя атаковать? Ладно. Убедил. Воу-воу-воу-воу-воу! На, на! Деревянный лук скоро сломается. Да хрен ему! В смысле? Стрела. На, на! А еще раз деревянный лук скоро сломается. Отлично. В скобочках нет. Давай, 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 давай поместимся. А, не понравилось? Чё, огнем полыхаешь, тварь? Деревянный лук сломался. Что у меня еще есть? Что у меня есть? Кайкен, сюрикен, отлично. 6 кайкенов, между прочим. Они же вообще ему дэмэдж толком не вносят. Слышь, тварь. Не нравится? На! На, Сучильда! Теперь уходим. Ну? 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 Давай, беги. Слабак. Нифига, он не слабак. Так, надо что-то выпить. Зелье защиты, зелье силы, Хэггис надо съесть. Горячая водичка. Пока не надо ничего больше. Ага. Ох, тварь. Я тебя понял. Зелье защиты и вперед месить. И вперед месить. Хорош. Ну нормально, нормально, не одолел он нас. Все кончено. Опять эти амулеты Аку. На тебе, тварюга. Я надеюсь, мы не до конца добили этого лавового голема. Он вроде как хороший был, нет? Где? А, меня опять следующую локацию. Джек? Джек? Аши? Где ты? Аши? Я здесь. Должно быть, я близко.
Этап пройден. Короткий такой этап, кстати. Там было в самом начале ответвление пойти не в сторону пещеры, а налево можно было пойти. Я думал, что мы пойдем, типа, кого-то найдем по этому голосу, а потом пойдем в другую сторону. Ну ладно. Окей, договорились. Если оружие наносит увеличенный урон во время атаки, оно вспыхнет красным огнем. Главное, чтобы красный огонь не из жопы шел. А так все отлично. Какое-то кладбище. Судя по антуражу. Аши. Аши, объясни, где это мы? Не похоже на место для свидания? Сомнительное. Сейчас что, с королем скелетов будем драться? Глупый самурай. Думаешь, сможешь убежать от могучего Аку? Смогу. Я чувствую. Ошибаешься. Все, что ты чувствуешь, это мой гнев. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хороший кадр. На превьюшку пойдешь. Тебе не остановить меня, Аку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, капец. Смешно просто обосраться. Я не знаю, что ты смеешься, Аку. Я потихоньку подбираюсь к твоей жопе черно-красно-зеленой. И скоро таки доберусь, я чувствую. Окей, погнали. Что за кладбище? Мистер Птица. На дереве видите птицу? Не подскажете мне, что это за место такое замечательное, в скобочках нет. Огонь навыков. По навыкам, кстати. Хум параметры. Нет, не то. А как их там перемещать можно было? Вот. Боевые, духовные, физические. Блин, в боевых тут комбо-удар кулаком так ни к селу, ни к городу. Комбо-мечом. Вот это классно. Давайте. Ради комбо-мечом. Комбо-мечом плюс рана. Левая, левая, правая. Контратака. Блокируя атаки при помощи F, нажмите правую кнопку мыши, чтобы провести мощную контратаку с выпадением нескольких предметов. Хорош. Комбо-удар молотом неинтересно, копьем. Тут опять мечом. Экспертная комбо мечом. Так, ладно. Физические навыки. Что по физическим? Мастер метательного оружия. Камень пустынного оазиса. Вот для чего эти камни нужны. Мне недостаточно самоцветов. Перекат. Второе дыхание. Увеличенное здоровье при воскрешении только сложности Джек и самурай. У меня сложность самурай, вторая. Ну давай, второе дыхание. Быстрая реакция, увеличение скорости прицеливания при стрельбе из лука. Хорошая штука. Так, секунду, еще не все. Боевые навыки. Нет. Нет. Вот, духовные навыки. Сильнейшая удача, нужен камень пустынного оазиса. Две штуки. Арсенал оружия не могу, эксперт-лучник тоже не могу. Ладно, понял, погнали. Что за кладбище, что за эти самые склепы какие-то? Вот, видите ворона вот этого, или кто это вот сидит на дереве? Слышь, птица, расскажи, ну слушай, по-братски, расскажи, чего мне ждать? Ничего не разбивается? Окей. Ой-ой-ой, напугали, что ж сейчас будет? Зомби, скелеты, демоны. Зомби? Ну, конечно, зомби. Блин, как я ненавижу зомби. А, воу-воу, ты под землю можешь взорваться? Ни хрена себе, какой ты тварь. Какая ты опасная разимразь. Ага, наберешь. Не люблю я зомби, потому что в свое время было очень много в моей жизни игр про зомби.
Как-то разработчики помешались на них в какой-то момент. Чё ты там руку вытащил? Чё ты там руку свою вытащил, а? Тварь. Ты что, они под землю залезают? Это, кстати, интересная механика, но как-то она вообще с зомби не стыкуется. Короче, не люблю я игры про зомби, потому что их было очень много, и они меня просто все заколебали в какой-то момент. Здесь что у нас? Здорово. Какие-то рогатые зомби. Они атаку пробивают. Слышь? Тварь рогатая. А по лицу? Блин. А! Как чувствовал, тут будут какие-то награды. Тут еще оказались и противники. Так, сундучок. Что ты нам принесешь? 20 стрел, это очень недурно. Здесь хотя бы, может, лук выпадет. Лук из подвески. Снятая с автомобиля рессорная подвеска, из которой получился неплохой лук. Окей. О, даже могилы рушатся. Ну, прям расхититель гробниц. Реально расхититель гробниц. Погнали, погнали. Тут ничего. Тут тоже ничего. Ну и тут, соответственно, тоже ничего. Поехали вперед. Ой-ой, повылазили! Дерьмо-демоны мои! Здравствуйте! Слышь, рогатое чудовище! Воу-воу-воу-воу! Драурк, не узнал тебя! Подумал, что это большой... Большой зомби, который вот меня поймал и начинает... Как тварь себя вести! А ну, помер быстро! Помер быстро, я тебе говорю. Вот там в могиле и останься. Вот тварь. Опа. Кто там смеется? Жнец, мощная коса, которую можно метнуть во врага. Неплохо. Детский смех в таком месте, это не к добру. Огонь навыков. Вылазим. А он рыгает? Ты тварь, чё, чем ты в меня рыгнул, слышь? Ха! Хорош. Это что за Тутанхамон там родился? Да хватит рыгать! Ну, неприлично же! Вот этого рыгуна нужно было убить. А, вы тоже рыгаете? То есть не только рогатые рыгают, я понял. Не нравится, да? Не нравится мечом по лицу получать? Рогатая скотина. Драурги родились. Замечательно. Но их я уже не боюсь. Умираем. Молодые люди. Хорош. Испытание завершено, 206 костей с хвостиком, один из трех. Да умри уже один раз. Хватит блокировать все. Красиво.
О, там шотландец стоит. Отлично. Так, оскверненный камон императора. Поехали. Здорово. Не нравится мне все это, мой дорогой друг. Не бойтесь, друг мой. Рубин наполнен магией и используется для улучшения различных навыков. А ты что тут делаешь, Ротшильд, в склепе? А если бы я тебя не нашел, а если бы я не разбил вот эту стену склепа, как бы ты выбрался отсюда, Ротшильд? Дружище, зачем ты так? Кто там смеется вечно? Ротшильд, ты давай уходи, а то сейчас смотритель кладбища придет, скажет, что это ты все разгромил, а это же не ты был. Давай, давай. Я волнуюсь о том, чтобы тебе люлей не досталось ни от зомби, ни соль в жопе не оказалась. Так, все разбил, сундук появился. Понятно. В этом есть логика. Зелье защиты. Волшебное зелье, которое на короткое время снижает получаемый урон. Это очень хорошее зелье. Но оно уже дважды помогало. Клад. Так, тут у нас что? Отлично. Тут у нас что? Тут у нас сундук. Валюта, золото. Хорошо. Так, монетку сюда иди. Красиво. Тут есть что-то? Нет? Окей, давайте с шотландцем говорить. И на этом будем заканчивать, пожалуй, на сегодня. Кто-то не нрав... как-то не нравится мне это, малой. Постарайся не волноваться, береги себя. Ты их видел? Чары Аку оживляют мертвых солдат. Я этого не допущу. Рубин еще один, наполнен магией. Что ж, что ж. Рубин это неплохо. Рубин это неплохо. Ага, не достал до того. Ну и ладно, хрен с ним. Кат-сцена. Не нравится мне это. Что, мини-босс какой-то очередной? Давайте мини-босса этого оставим для следующего эпизода. Неплохо мы провели с вами сегодняшнюю серию. И какого-то лавового голема победили, который вроде как нам друг, не знаю. Но спасли его, по крайней мере, от чар Аку. И уже вот тут по кладбищу идем. Наверное, найдем сейчас какой-то склеп того самого Аку, когда он еще был человеком или кем он там был в реальной жизни. И все его амулеты, наверное, будут лежать в этом склепе. Мы их одним разрезом клинка и победим. Я не знаю, к чему кладбище или свидание с Аши. Все может быть. Но об этом мы узнаем в следующем эпизоде, дамы и господа. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующей серии прохождения Samurai Jack и в других играх. Всех обнял.